Уважаемые гости, компания Codeline приветствует вас. Сегодня у нас встреча посвящена упрощенке. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны, телеграм, контакты. Вести встречу буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. И вы видите наш адрес сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобным время проведения, или вы не смогли досмотреть, например, до конца, то через некоторое время мы выкладываем запись вебинаров, и вы можете посмотреть в удобное для себя время. Как будет проходить наша сегодняшняя встреча? Теоретически, так сказать, нормативный материал мы с вами будем смотреть на слайдиках и будем параллельно переключаться на демо-версию конфигурации ERP. Сейчас я это сделаю вот таким образом. И, соответственно, здесь уже смотреть на практике то, о чем мы с вами поговорили вот, при рассмотрении теоретических вопросов. Если у вас какие-то возникают вопросы или вы хотите поподробнее какую-то тему осветить, пишите нам любым удобным для вас способом на электронную почту, в Телеграм, на сайт, потому что в этом случае тогда у нас будет гораздо больше времени на контакты с вами, и, соответственно, мы можем более предметно ответить на ваши вопросы. На ваши вопросы. Итак, сегодняшняя наша встреча будет с вами проходить вот по такому плану. То есть программа вебинара у нас сегодня – это новые правила составления QDIR по упрощенке. В случае, когда компания слетает с упрощенки по каким-либо причинам, новый сервис Министерства по налогам и сборам, личный кабинет налогоплательщика. Ну, сложности простой упрощенки, как бы дополнительные сервисы и отчеты. Ну и, соответственно, что изменилось за прошедшее время у нас в конфигурации, какие появились новые плюшечки. Итак, напомню немножко теории, что упрощенка у нас определяется на настройках учетной политики организации. Для этого у нас есть возможность выбора либо 6%, либо 15%. И, соответственно, определенные настройки даются при заполнении учетной политики. То есть упрощенка у нас всегда это FIFO, то есть first in, first out. И, соответственно, мы задаем это, когда мы задаем учетную политику. Напомню сейчас, как это делается. Значит, у нас меню администрирования, НСИ и администрирования. Мы выбираем раздел НСИ и в разделе организации выбираем то юрлицо, которое хотим настроить. И, соответственно, здесь у нас есть закладочка «Учетная политика и налоги». И здесь мы, например, вот настройка системы налогообложения. Выбираем либо упрощенное, либо общее, ну, в соответствии с особенностями вашего бизнеса. И остальные настройки делаем тоже в зависимости от того, какой выбран режим и что нам следует, согласно вашим бизнес-процессам, задать для программы. Так, мы переходим снова к нашим слайдикам. И, соответственно, у нас при выборе, когда мы выбираем упрощенную систему налогообложения, формируется в автоматическом формате книга доходов и расходов. Ведут ее и упрощенцы 6%, то есть это доходы, и упрощенцы 15%, это доходы минус расходы. А также, если у нас предприятие по какой-либо причине какой-то показатель по лимитам превысило, но не потеряло право на применение упрощенки, то в этом случае применяется повышенная ставка. И, соответственно, мы не забываем про индекс-дефлятор и про среднюю численность. Это у нас регулируется федеральным законом 266. Он от 2020 года, то есть ему уже 4 года. А в 2024 году у нас
Ну, как водится, с Нового года опять вступают в силу какие-то изменения. И, соответственно, в прошлом году у нас тоже были изменения, которые ввелись в действие задним числом. Но при этом у нас уже есть и в этом году замечательное письмо. Вот вы видите его реквизиты 8 апреля, когда у нас была информация по новым правилам личные взносы ИП, которые уменьшат упрощенку при объекте налогообложения дохода, то есть 6%. А еще напомню немножечко вам про превышение. То есть ежегодно Минэкономразвитие утверждает коэффициент дефлятор. В 2024 году он у нас равен 1,329, то есть этот приказ, который устанавливает индекс дефлятор, уже достаточно давно был опубликован, то есть, в принципе, заинтересованные его уже все посмотрели. Вот, то есть этот индекс дефлятор мы применяем для определения величины доходов при переходе на упрощенку, а также сохранение права упрощенки, если они уже работают. И с 1 января 2024 года у нас предельный размер и предельный лимит доходов за 9 месяцев прошлого года должен не превышать 1,149,51. То есть обычный вид дохода 6% и 15%. Вот вы видите в табличке, а повышенные, то есть если мы повысили показатели по нескольким параметрам, то применяется повышенная ставка вместо 6% 8 и вместо 15% 20. То есть, соответственно, цифра у нас получается на экране, вот вы видите. Ну, это небольшая экскурсия в прошлое. Значит, на самом деле у нас, кроме экскурсии, произошло изменение. Изменение в книгу учета доходов и расходов, КУДИР. То есть у нас изменилась и книга, и правила ее заполнения. Но на самом деле не все так печально, потому что изменения небольшие. И эти изменения, в общем-то, носят больше технический характер, то есть приводят в соответствие с другими нормативными актами. То есть у нас из титульного листа убрали адрес, и адрес юрлица или ИП, тот, что раньше указывался, и код ОКЕЙ. Ну и, соответственно, некоторые изменились графы, но самое большое новшество у нас коснулось 4 разделов. То есть раньше было 5 разделов, теперь оказалось 4, стало меньше. Но убрали на самом деле не полностью раздел, а его просто передвинули, и он у нас теперь вошел в 4-й раздел. Это показатели. Сейчас мы все это дело посмотрим на практике. Ну и, соответственно, были уточнены некоторые группы, то есть 5, 6, 8, 10 по заполнению. То есть на самом деле все не так страшно, и это не новая система, которая выводится, допустим, а все так же старая и старая со старыми знакомыми правилами. Почему я делаю акцент на этом деле? Значит, сейчас мы посмотрим, перейдем на демобазу и посмотрим книга учета доходов и расходов. Обратите внимание, у нас здесь несколько есть специальных спецрежимы и несколько книг формирования. То есть вот здесь книга формируется как отчет по тем записям, которые у нас уже имеются в базе. А вот в этой, если мы переходим по этой ссылке, то в этом случае мы можем создать ручную запись, которая отразится в книге доходов и расходов, но будет сделана не по правилам. То есть, видите, форма книги
все как бы хорошо, но на самом деле это халтурка, потому что на самом деле нет таких проводок, и ну, мы не провели такую операцию. Сейчас мы закроем лишнее. Так, вот, вернемся снова к нашим слайдикам. И, как вы видите, вот на этом слайде у нас предусмотрены штрафные санкции за либо несдачу, либо непредоставление, ну, то есть штрафные санкции за неправильное ведение или непредоставление КУДИР налоговым органам. А на самом деле, раньше, если мы с вами КУДИР по концу года распечатывали, несли в налоговую инспекцию, ставили прошнуровано, пронумеровано, ставили штамп налоговой инспекции, сейчас этого делать не нужно, слава богу. Однако, если вы попадаете под какие-то проверки и налоговики запрашивают у вас КУДИР, то ее надо предоставить в срок 10 дней. Обратите внимание, то есть ее не обязательно распечатывать заранее, хранить как память в пыльном шкафчике. Ее можно распечатать, когда вам подали такой запрос. Ну, естественно, в 1С такая возможность у нас есть. То есть основное, чтобы когда налоговики смотрят вашу книгу доходов и расходов, чтобы суммы, которые напечатаны ну, в качестве доходов, например, если вы 6-процентный упрощенщик, совпадали с тем, что вы подаете по другим сведениям, по другим документам. Ну, то есть, чтобы у вас документы все были проведены, не было никаких пропусков и так далее, не расходились данные. И вы видите штрафные санкции, которые к вам применят, если, ну, естественно, вы там что-то накосячили. То есть при нарушении правил ведения налогового учета, которое не стало причиной уменьшения налогов, штраф будет от 10 до 30 тысяч. А при неподаче КУДИР налоговую инспекцию штраф составит 200 рублей и 300-500 рублей как штраф на должностное лицо. В принципе, по сравнению со штрафами, которые, например, взимаются с организацией при нарушении воинского режима или там не, допустим, маркировки или при каких-то других нарушениях, конечно, эти штрафы, в принципе, не кажутся такими большими, но вы попадаете во все черные списки, и внимание к вам будет более пристальное. А сейчас от такого внимания сложно избавиться. А теперь посмотрим мы с вами еще слайдики вот такие. Как нам попасть в регламентированный учет? То есть регламентированный учет, который связан со спецрежимами, как я уже говорила. Мы попадаем вот через такое рабочее место, то есть формирование КУДИР. И этот, сейчас мы туда перейдем. Это у нас раздел регламентированного НСИ и администрирования. Мы делаем первоначальные настройки, то есть выбираем организации и учетную политику. А вот дальше тот раздел, где регламентированный учет, у нас уже с вами содержит специальные налоговые режимы, то, что я вам только что показала. И вот оно, наше рабочее место, формирование КУДИР. Видите, если останавливаю на нем курсор, то у меня подсказочка всплывающая, что это такое и зачем это нужно. То есть это помощник, который помогает вам, особенно на первых порах, если вы только переходите на ERP. Ну, на самом деле эти помощники автоматизируют некоторые операции. И, в общем-то, если вы не уверены в алгоритме, еще не запомнили, то, конечно, это очень полезно. Если вы уже это знаете как 2×2=4, то, конечно, это вам уже может быть и лишнее. Значит, у нас здесь подготовка данных для формирования декларации и соответственно, уплаты налогов. Если мы переходим по ссылке, то есть у нас может быть какой-то сторону доходов по
ну, если агентские или комиссионные товары, если были приняты, и потом выяснилось, что это должно быть стагнировано, то мы вот по вот этой гиперссылке переходим. Значит, проверка отражения прочих доходов и расходов, это, соответственно, проверяются те сведения, которые у нас отражены, нет ли каких-то пропущенных документов и, соответственно, того, что не отражено в бухучете. Здесь показывается сразу информация о том, сколько мы чего нашли, ну и средняя численность, то есть основные показатели, которые у нас входят в рамки лимитов для упрощенной системы налогообложения. И после этого у нас с вами идет расчет налога по ОСН, это автоматически происходит. И, соответственно, ну, если мы выбрали его, и переходим по ссылке «Выполнить». И проверка книги доходов и расходов. Значит, записи КУДИР. Это проверяется как раз-таки ручные записи, которые вот мы с вами смотрели. Сейчас еще раз посмотрим, откуда они берутся. То есть, есть у вас в КУДИР внесены ручные записи. Ну и в качестве отчетов мы можем с вами распечатать книгу доходов и расходов. Можем справка по расчету налогов. То есть, соответственно, вот такую сформировать справку. И в этой справке у нас с вами будет указано, ну, подробности расчета. И уже заключительный этап. Мы не будем смотреть, к сожалению, у нас достаточно сжато по времени. Мы не успеем посмотреть все подробненько, но хотя бы так. И уже заключительный этап – это составление декларации. И вот составление декларации, ну, соответственно, мы задаем, какое предприятие, за какой период. Я выбираю 2024 год, хотя, конечно, мы с вами знаем, что отчетность у нас идет по упрощенке один раз в год, и сдается она после окончания года. То есть, ну, предположим, что у нас ситуация, когда требуется в середине года, например, создать декларацию. Ну, то есть, соответственно, мы нажимаем «Создать декларацию». И в этом случае, значит, ну, во-первых, обратите внимание на то, что указано вот в этом, комментарии к унифицированной форме. То есть, соответственно, это должна быть уже новая форма. Ну, то есть, смотрите, насколько актуальна ваша отчетность. Сейчас мы отсюда уйдем. Напомню, что актуальность ваших бланков можно посмотреть вот здесь, вот по ссылочке программы. Вы видите в первой строке, какой релиз платформа у вас стоит, и вот релиз конфигурации, который стоит. То есть у меня, я вам показываю на релизе 15.2.15.2.5.15, но это уже не очень новый релиз, то есть уже существует 17-й релиз, и если бы, конечно, я хотела готовить отчетность для налоговых органов, то мне нужно было бы обновить программу, потому что в новых релизах уже, соответственно, содержатся все изменения, которые внесены ну, законодательными актами. Сейчас мы с вами это закроем. Вот, и считаем, что у нас актуальный релиз, потому что в этом релизе действительно уже книги доходов и расходов включены с учетом поправок, которые были приняты. Так, теперь мы с вами обратно вернемся на слайдики. Значит, мы с вами посмотрели формирование КУДИР. После того, как мы перешли в этот раздел, у нас с вами появится вот такая картинка. То есть книга доходов и расходов у нас сформируется. И, соответственно, видите, уже новая форма, то есть четыре раздела, титульный лист, раздел
1 и дальше раздел 4. То есть раздел 4 – это платежно-торговый сбор. И вот у нас сама форма, в которую будут внесены данные из наших документов. И, как вы видите, самое большое изменение – это добавлена надпись «рубли». А, то есть доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы, в скобочках «рубли». И расходы тоже рубли, то есть добавлено слово рубли. Ну и сейчас мы с вами еще посмотрим уплаченный торговый сбор, то есть это то, что у нас раньше было пятым разделом, теперь перекочевало в четвертый раздел и выглядит вот таким образом. То есть те, кто является плательщиками торгового сбора, соответственно, это должны здесь указать. И еще одно изменение. Еще одно изменение. То есть в титульный лист мы с вами еще не поглядели. Давайте снова вернемся к нашим слайдикам. И книга учета доходов и расходов. Так, сформировать. Титульный лист. Вот он у нас. Как вы видите, из титульного листа у нас удален. Вот так вот вернемся, чтобы было все видно. У нас удален юридический адрес, тот, что раньше мы указывали вот в этой части, в нижней части. И удаленно вот отсюда показатель код по СОИ. Ну, собственно говоря, как мы уже с вами выяснили, это в основном изменения технические, то есть не в алгоритме, не в правилах отнесения принятия расходов и доходов. Ничего существенного у нас не менялось. Поэтому можно немножко спокойнее как бы выдохнуть. Ну, я про то, что сумма в рублях, как бы, ну, видимо, встречались умельцы, которые допускали ошибки в этом при формировании этой колонки, этих сведений. Так, снова возвращаемся с вами к нашим слайдам. Значит, мы посмотрели с вами формирование раздела доходы и расходы и посмотрели с вами формирование раздела уплаченный торговый сбор. Теперь вот о чем мы с вами хотели поговорить. На самом деле предприятие теряет право на упрощенку при превышении показателей, как вы знаете. То есть либо лимита выручки, либо количество сотрудников, либо стоимости основных средств. То есть если мы превысили эти показатели, но остались в определенных пределах, то у нас просто повышается 6,15%, становится 8,20%. Соответственно, чтобы в 2024 году мы уложились в этот лимит, то, соответственно, мы с вами проверяем, умножаем выручку на индекс дефлятор, смотрим, что получается и сколько у нас есть, то есть не превысили ли мы. А вы видите на экране, какой расчет вы должны сделать. Ну, в принципе, все, кто работает на упрощенке, это уже знают о том, что на индекс дефлятор умножать выручку тоже знаете, 200 миллионов. Значит, исключение, когда не допускается никаких превышений, это основные средства. Изменения были вот в каком случае. Если вы переменили, например, место жительства или место регистрации вашего предприятия, то сдается теперь налоговая декларация по месту либо прописки жительства, либо по юридическому адресу.
Значит, сдавать вы должны в налоговую по тому месту, где у вас предприятие находится. И, соответственно, АКТМО вы указываете по тому субъекту, в котором плательщик состоял на учете в последний день налогового периода. По АКТМО вы отражаете сумму к уменьшению в декларации. Еще один момент, касающийся налоговой отчетности, это при упрощенке единая форма налоговой отчетности. Вот здесь камень преткновения, потому что на словах все так хорошо, мы имеем право представлять сокращенную налоговую отчетность, единая, так сказать, так называемая единая упрощенная декларация, ЕУД, но там не указываются числовые значения, и она сдается вместо нескольких нулевых деклараций по другим налогам. Но при всем кажущемся, при всей кажущейся простоте и при кажущейся заманчивости у нее есть два подводных камня, которые делают, ну, фактически неприменимым этот вид декларации. То есть мы можем применять эту отчетность, когда имеем право соответствует, так сказать, двум условиям. То есть первое, в отчетном периоде у нас не было движения средств по счетам или кассам, и если бизнес не работал с налогооблагаемыми объектами. Но если, допустим, бизнес не работал с налогооблагаемыми объектами, это легко, то есть, ну, не было у нас, допустим, такой деятельности, то вот первое условие, в общем-то, ставит это в разряд невыполнимых, потому что движение по кассе у нас может и не быть, а вот банковские движения, даже услуги банка, у нас все равно вызывают движение, и поэтому предприятие уже такую возможность теряет. Даже если предприятие не проводило никаких платежей и просто изображало дохлую кошку, то в этом случае банк за свои услуги все равно выставлял какие-то все равно списывал какие-то деньги, выставлял какие-то мемориальные ордера. Значит, в итоге упрощенную декларацию мы можем сдавать нечасто, имеем право сдавать нечасто, но если все-таки мы попали под действие законодательное, которое нам разрешает это делать, то, соответственно, мы сдаем одну декларацию вместо всех налогов. А декларацию по упрощенке, что по 6%, что по 15%, мы сдаем один раз в год. И, соответственно, вот сейчас у нас будет последние дни срока, когда это делают эписты, то есть эписты должны сдать отчетность до 28 апреля. А предприятия должны были сдать, соответственно, до 28 марта. То есть у эпистов дополнительный месяц на то, чтобы сдать свою отчетность. Еще раз напоминаю, что ИП подает декларацию в налоговую инспекцию по месту жительства, а ООО по месту своего нахождения, то есть по юридическому адресу, который указан в регистрационных данных. Еще один очень интересный момент. То есть новую форму КУДИР мы с вами рассмотрели. И немножко поговорим о правилах, которые нужно соблюдать. Сейчас очень много внимания уделяется формализации требований. То есть, во-первых, когда мы еще поговорим в самом конце, когда вас могут признать декларацию не предоставленной, даже если вы
все сдали в срок и все как положено. И, собственно говоря, про ритуальную часть балета, если можно так сказать. То есть мы книгу сдаем раз в году, точнее даже не сдаем, а мы должны формировать книгу, поскольку в 1С-ке она у нас формируется как отчет. То есть при начале года должна заводиться новая книга. Но на самом деле это происходит в ЕРП особенно, это происходит автоматически. Даже если вы ничего не делали, не вели деятельность, не вели банковских операций, за исключением, например, банковских услуг, то книга доходов и расходов все равно должна быть. И, соответственно, в этом случае вы должны проставить в ней сумму страховых взносов, которые вы за себя платите, если это ИП. В общем-то, поскольку КУДИР у нас автоматически сформируется, то, соответственно, либо в 1С, либо если 1С по каким-то причинам для предприятия, ну, например, кажется дорогостоящим, то можно с помощью налогоплательщика формировать КУДИР. Ну и обратите внимание вот на что, на то, что все изменения, которые мы с вами, допустим, смотрели, и которые не учли здесь по причине некоторого цейтнота, регулируются приказом налоговых органов от 7.11.23 года. То есть на самом деле это утверждено приказом чуть больше чуть меньше полугода назад, и то есть, соответственно, ну, мы еще будем с этим сталкиваться только когда будем формировать отчетность за 2024 год. Для тех, кто работает на 6% упрощенке, теперь раздел расходы заполнять не нужно, потому что упрощенцы на самом деле платят с доходов и перечисляют свои расходы в колонке. Было достаточно трудоемко. Зачем, если на самом деле они не принимают участие в формировании налоговой базы? То есть этот для 6% упрощенки этот раздел убрали. И еще произошли некоторые изменения по поводу учета уменьшения налога при страховых взносах для эпистов. А теперь эписты могут уменьшать налогооблагаемую базу за счет того, что учитывают страховые взносы. Независимо от того, прошла по ним оплата или нет. Эти изменения вступили в силу 31 июля 2023 года, но они распространяются задним числом на правоотношения, которые возникли с 1 января, поскольку фактически декларацию мы подаем по итогам года, то, соответственно, вот и введены они были с начала года. Напомню, что срок фиксированных платежей, срок уплаты фиксированных платежей, фиксированных взносов, извините, у нас был 45 842 рубля. И, соответственно, как вы знаете, если у нас день уплаты или день подачи декларации приходится на выходной, то он переносится на следующий рабочий день. Так и у нас выходной день 31.12.23, значит, соответственно, срок уплаты был перенесен на 9 января 2024 года. Это, напоминаю, налог,
страховые взносы, которые были уплачены за 2023 год, и они уменьшают единый налог за 2023 год. Здесь нужно не допускать путаницы, потому что иногда возникают ошибки, которые связаны с тем, когда был уплачен налог, то есть кассовый метод. В каких случаях у нас теряется право перехода на ОСНО? Ну, как мы уже говорили, это в случае превышения каких-то показателей, но встречаются ситуации, когда, например, ваши покупатели, ваши контрагенты хотят, чтобы вы выставляли счета, фактуры и выделяли НДС в своих документах. Но, в принципе, сделать это возможно. Но здесь нужно помнить про то, что это возможно сделать только в определенный срок, то есть с начала календарного года. То есть, чтобы перейти с упрощенки на общий режим по собственному желанию, потому что хочется получить НДС или ваши партнеры хотят работать с НДСной фирмой, вы можете, подав заявление, которое должно быть не позднее 15 января, поступить в налоговую инспекцию. В этом случае вы подаете заявление унифицированной формы до 15 января о том, что хотите отказаться от упрощенки. То есть, соответственно, заявление отказа от УСН. При этом мы помним, что декларацию мы должны сдать в обычные сроки и заплатить налог мы тоже должны в обычные сроки. А вот другой способ, другой вариант, гораздо более распространенный, это вынужденная система налогообложения, когда мы какие-то лимиты нарушили. То есть, соответственно, мы слетим с упрощенки, если мы начинаем вести деятельность, запрещенную для УСН. Ну, фактически, вот самый наглядный, наверное, пример – это работа с драгметаллами, то есть для упрощенцев она запрещена. Но, как всегда, есть маленькая дырочка, то есть мы потом еще поговорим, но в таких случаях надо обращать внимание на деятельность, на код деятельности. Ну, так не могут применять ОСН микрофинансовые организации, банки, ломбарды. Ну, то есть вот перечень компаний, которые вы видите на экране, на упрощенке в принципе работать не могут. Если второй случай, когда вы слетаете с упрощенки, это если создается филиал. Вот здесь надо четко понимать разницу, создается у вас филиал или обособленное подразделение. То есть для права применения упрощенки это важно. Ну, естественно, если у вас превышен лимит по доходам, соответственно, вы рассчитываете норматив, умноженный на коэффициент дефлятор, и смотрите, что у вас получилось. Но в этом случае есть возможность еще применить просто повышенную ставку. Если у вас количество сотрудников превысило 130 человек, но здесь опять есть возможность применения повышенного количества. А вот если вы по стоимости основных средств нарушили лимит, то есть если балансовая стоимость выше 150 миллионов рублей, то здесь уже не получится применить повышенную ставку. Но важно обратить внимание на то, что балансовая стоимость должна быть рассчитана по тем основным средствам, которые признаются амортизируемым имуществом. Ну и, соответственно, если ваши учредители
более 20% это организации. И еще один вот на этот пункт обратите особое внимание. Если ваша организация вступила в простое товарищество или заключила договор доверительного управления, и при этом, если объект применения доходы, то есть если вы по доходной части 6% упрощенкой вступили, то тогда вы теряете. Значит, право применения упрощенки теряется с начала квартала, в котором допущено превышение. Значит, если, например, у нас в сентябре мы увидели, что у нас основные средства стали больше 150 миллионов рублей, то мы теряем право на применение УСН с июля. И о том, что мы потеряли право применять упрощенку, мы тоже должны сообщить в налоговую инспекцию. Для этого существует определенная форма унифицированная, то есть это форма номер 26.2.2. И сделать это нужно не позднее 15 числа следующего за кварталом месяца, когда мы допустили это нарушение. То есть если мы в сентябре увидели такую картинку, то должны проинформировать налоговые органы не позднее 15 октября. Еще вот о чем нужно обязательно сказать. Значит, это какие акведы не имеют права применения упрощенной системы налогообложения. Ну, во-первых, это драгметаллы. Однако здесь, как я уже говорила, есть определенные тонкости. То есть, например, торговля драгметаллами у нас попадает под это ограничение, и, соответственно, предприятие не сможет применять упрощенку. А вот запрета на применение упрощенки при торговле ломом и отходами драгметаллов такого ограничения нет. При производстве бижутерии у нас тоже не возникает этого запрета. И ремонт ювелирных изделий тоже не попадает под это ограничение. Такое разъяснение дается в письме Минфина. Обратите внимание на дату 10 февраля 2023 года, то есть совсем свежее постановление. Но, тем не менее, вот такие комментарии дают определенную лазейку при работе с драгметаллами. Сейчас мы с вами переключимся еще раз, переключимся на конфигурацию и посмотрим вот какой момент. Так, это мы закроем, чтобы нам не мешалось. Пока вот так сделаем. На самом деле у нас достаточно много в разделе «Регламентированный учет», достаточно много дополнительных сервисов. Как вы видите, у нас с вами есть формирование КУДИР, которое формируется именно как рабочее место, то есть помощник, через помощника. Но есть и, допустим, книга доходов и расходов, которая в отчетах, то есть в разделе отчета находится, и есть в разделе учет по УСН книга учета доходов и расходов. То есть на самом деле мы и здесь, и в других вещах, собственно говоря, получаем один и тот же отчет, то есть в каком разделе вам удобно, в таком мы можем него и переходить. Книги ничем не отличаются, только, как я уже сказала, обращайте внимание, на какой приказ, ну, какая форма идет у вас. Так, здесь мы закрываем. И дополнительно обратите внимание, в бухгалтерии, ну, в один из бухгалтерий, есть анализ учета по налогу на прибыль и анализ учета по упрощенке. Здесь у нас немножко другая ситуация. То есть у нас
книги доходов по патенту и расчет налога УСН. Расчет налогов АОСН – это в том случае, если вы попадаете в число 4 регионов, которые работают в пилотном проекте, то есть пилотный проект по применению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Это у нас Москва, Московская область, Татарстан и Калуга. И расчет налога УСН. То есть в этом случае, как я говорила, уже мы попадаем в справку, которая подробно расписывает, как был сформирован, рассчитан точнее, этот платеж. И, соответственно, точно так же у нас и вот этот расчет по книге доходов и расходов формируется. Абсолютно это один и тот же отчет, только расположен в разных местах для удобства пользования. А вот режим 1С отчетность – это в первую очередь регламентированный отчет, это общий журнал вашей отчетности, который, в общем-то, который содержит реестр доходов, которые поданы или сформированы в вашем предприятии. И вот эти пункты, которые вы ниже видите, они у нас дублируются в самом этом общем журнале. Вот при этом переходе программа сама себя хвалит, но здесь надо сделать акцент на том, что 1С отчетность это не просто раздел, наименование, точнее, раздела, но это еще и сервис 1С отчетность. Поподробнее про него вы можете посчитать вот тут. Подключиться к нему очень несложно. Значит, вот по этой ссылочке. И сам по себе сервис позволяет напрямую на сайте налоговых органов размещать отчетность, переписку и так далее. То есть работать напрямую с сайтом налоговых органов, минуя операторов ТКС, то есть не тратя время на пересылку им файлов и на ожидание, когда от них получена будет информация. Вот мы видим здесь с вами журнал, общий журнал отчетности, ну и состояние, то есть сдано, не сдано, в работе и так далее. Соответственно, вот наша декларация по УСН. У меня сформирована 23-м годом, то есть я отчитываюсь за 23-й год, и, естественно, она сформирована уже с учетом всех изменений, которые вошли в конфигурацию. Снова вернемся к нашим слайдикам. И вот еще какой момент нужно учитывать. Значит, налоговые органы совместно, ну, вот сейчас достаточно бурно развивается интеграция, и сейчас налоговые органы поэтапно вводят в эксплуатацию направление налоговой бухгалтерской отчетности через интернет-сервис, то есть через личные кабинеты. Личные кабинеты есть и у юрлиц, и у индивидуальных предпринимателей. В настоящее время очень достаточно во многих информационных порталах освещается, что создан новый интернет-сервис «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». На самом деле, личный кабинет индивидуального предпринимателя существует уже достаточно давно. Просто сейчас в него добавлены новые функции. Во-первых, по возможности работать с единым налоговым счетом и, соответственно, с уведомлениями. И, во-вторых, по поводу сдачи отчетности декларации. То есть, вот вы видите, сейчас окошко запуска, которое у нас запускается, личный кабинет индивидуального предпринимателя, аббревиатура ЛКИП,
И запускается он из госуслуг, так же, как и с налоговых органов. Можно просто перейти на сайт налоговых органов, задать личный кабинет и вот такой заполнить интерфейс, то есть перейти в личный кабинет. У нас на самом деле личный кабинет, в принципе, достаточно удобная система, и с ней работают уже давно. Сейчас мы с вами вернемся снова в налоговый общий журнал налоговых документов. И вот что я с вами хотела еще посмотреть, это вот дополнительные функции. То есть, как вы видите, мы из этого журнала можем перейти уведомления, письма и так далее, и в том числе личные кабинеты. Личные кабинеты, вот у нас есть налогоплательщика юрлиц и личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя. То есть вот реклама, которая касается личного кабинета налогоплательщика, касается как раз вот этого раздела, просто здесь добавлено функциональности и добавлены некоторые возможности. Но сейчас снова переключимся немножко на нормативную нашу базу. Скажу немножко. То есть, кроме тех функций, которые сейчас уже присутствуют в налоговом кабинете и эпистов, и юридических лиц, на самом деле к этим формам в течение первого полугодия анонсируется, что будут добавлены еще 40 документов, возможность работать с 40 документами. То есть предполагается, что будет достаточно широкий выбор отчетов и так далее. И вот вы видите слайдик еще раз на помощник формирования отчетности по ОСН и ПСН. Ну, то есть мы с вами уже посмотрели этот слайдик, но чтобы в памяти лучше сохранилось, еще раз к нему вернемся. А теперь снова переходим в демо-базу. И вот о чем я хотела сказать. То есть личный кабинет налоговых органов и налогоплательщика – это да, то есть мы знаем, что они сейчас бурно развиваются, туда добавляется много всего, но не забывайте, пожалуйста, и про другие личные кабинеты. То есть личный кабинет бывшего соцстраха – это у нас возможность посмотреть свои проверки, акты проверок и так далее. А вот личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности, по видам деятельности, ну, короче, весь социальный блок у нас с вами тоже – это личный кабинет в новом Объединенном социальном фонде России. И вот с этим кабинетом нам приходится работать постоянно, и, собственно говоря, это, наверное, самый распространенный по переходам личный кабинет. А не забыть вот про какой портал, то есть это статистика. В 2024 году статистика прислала достаточно много, к сожалению, у нас сейчас будет долго, долго переходить, и не получится. Статистика достаточно долгое время работала, ну, скажем так, очень лояльно, и предприятия не штрафовали за нарушение сроков отчетности. Но с 22 года статистика применяет штрафные санкции, которые раньше носили декларативный характер. То есть штрафные санкции за нарушение сроков предоставления отчетности или за несдачу. Соответственно, за эти нарушения штраф на первый случай до 70 тысяч, а при повторном правонарушении до 140 тысяч. Согласитесь, ну, открыть этот личный кабинет, ввести свой НН и посмотреть, под какую выборку ваше предприятие попало, что вы должны сдавать в
в 2024 году сильно проще, чем потом платить такие деньги. И еще момент. Это личный кабинет Банка России. То есть это для предприятий, которые используют кредитные продукты, ну, то есть, которые с определенной частотой подают отчеты по кредитным продуктам, например, кредиты, займы, овердрафты и так далее. То есть готовят пакет документов, которые подают в банк, например, машиночитаемые доверенности. То есть вот этот портал позволяет сгруппировать и сохранить всю информацию, которую вы посылали в банк. И сейчас вернемся еще раз, значит, и поговорим вот о чем. То есть в связи с тем, что все отчеты и книги доходов и расходов, и отчетность по упрощенке, то есть декларации, сейчас сдаются, ну, в основном в электронном виде, в основном напрямую в налоговые органы, то, естественно, большое внимание уделяется электронным подписям, то есть чтобы они у вас были действительными, потому что достаточно громкий закон, громкое такое скандальное постановление, которое было в 2020 году, то есть это внесенный федеральным законом 374 поправки, которые касаются того, что ваша отчетность может быть признана не предоставленной, даже если вы ее отправили в нужные сроки, в нужном направлении, то есть в налоговые органы или там в соцфонд. Если вы допустили хотя бы одно перечисленное ниже правонарушение. То есть в этом случае вы рискуете нарваться на самый жесткий вариант. Ваша отчетность будет считаться не предоставленной. Соответственно, если отчетность не предоставлена, то блокируется расчетный счет, выставляются штрафные санкции, пени, ну и, соответственно, вы попадаете во все черные списки. То есть, если ваша декларация, расчет подписан неуполномоченным лицом, то есть, если вы применили подпись, которая не дает вам такого права. То есть, если налоговая декларация или расчет подписан дисквалифицированным физическим лицом, ну и, соответственно, если срок дисквалификации еще действует. Если имеется сведения о смерти подписанта до того, как отчетность была подана. То есть, если подписали отчетность уже умершим сотрудникам. Если, вот это обратите внимание, потому что вот этот пункт встречается чаще, чем остальные. Если в отношении руководителя, который подписал отчет, внесена запись в ЕГРЮ о недостоверности сведений о нем. Эта ситуация возникает, когда, например, ваш руководитель поменял паспорт в связи, например, с 40-летием или в связи с бракосочетанием. Женщина сменила фамилию, ну, не обязательно женщина, может, и мужчина. Ну, то есть, если он потерял паспорт и выписывал новый, соответственно, данные паспорта будут отличаться от тех, которые указаны в регистрационных документах. Значит, в этом случае такие сведения нужно своевременно ставить в известность кадровиков о том, что у вас изменилось, и предоставлять эти данные для внесения исправлений в учредительные документы. Ну и самое, так сказать, часто встречающаяся ситуация – это предоставление налоговой декларации по НДС, если обнаружено расхождение с контрольными соотношениями. И
Ну, контрольное соотношение – это отдельная песня. А вот для отчетности по страховым взносам это содержится ошибки в расчете по страховым взносам. Если у вас обнаружили какие-то ошибки, то расчет могут признать не предоставленный. В этом случае вы заплатите штраф в размере 20% от начисленной суммы и, соответственно, кроме этого, соответственно, заплатите саму сумму взносов. И плюс вы будете внесены во все черные списки, и ваш руководитель получит персональный, скорее всего, штраф как на должностное лицо. То есть вот когда были приняты такие поправки с 2021 года, очень много пришлось сразу переделать подписи. То есть с 2021 года, как вы знаете, у нас подписи выдают, то есть квалифицированные электронные подписи, неквалифицированные, у нас выдают только налоговые органы, и, соответственно, вы уже не можете обращаться с подписями, оформленными. Ну, например, Контур там предоставлял такие услуги, еще некоторые операторы. То есть сейчас это не действует. А вот машиночитаемые доверенности – это сейчас как раз-таки наиболее распространенные документы, наиболее часто используются. И если вы хотите оформить на своего сотрудника машиночитаемую доверенность, то надо поинтересоваться, в каком состоянии ваша электронная подпись, какой остался срок действия, ну и так далее. На этом, к сожалению, наше время закончилось. Мы вернемся сейчас к нашему первому слайдику. Я хочу показать вам еще раз наши контактные данные, пригласить к сотрудничеству. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. Мы весь спектр услуг 1С выполняем, и продажу, и настройку, и доработку. Так что милости просим к сотрудничеству. На этом разрешите попрощаться с вами. Компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время и благодарит вас за проявленный интерес. Хорошего дня, всего доброго.